Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы опять будем готовиться к Новому году и будем делать подсвечники. А ведь это так приятно, когда в Новый год на новогоднем столе горит подсвечник, сделанный своими руками. Тем более, кое-какие из них будут еще очень ароматными. Итак, сегодня мы будем делать вот из таких простых банок, которые, в принципе, есть и у каждой хозяйки, и купить можно везде. Мы будем делать вот такие подсвечники. Мы берем ткань, оборачиваем вокруг банки. И сзади можно или проклеить, или сшить, или все что угодно. Но я вот сшила. А дальше украсить уже горлышко нужно. Такие подсвечники будут золотые со звездами. Одну банку вырезали из ленты для окон или для чего-то еще такую, нарисовали на ней звезды, вырезали их и приклеили. А дальше у нас есть такой спрей декоративный, достаточно дешевый. Это спрей блестки, спрей золотистая краска. Так. И, значит, все то, что у нас так приклеено, мы этим спреем обрабатываем. Поставили свечку, а для того, чтобы он пах, когда свечка разогреется, апельсин будет пахнуть под запах апельсина, и ладим, дополнительно мы сюда воткнули душистую гвоздику. И дополнена она солью, а на соль там установлена вечка. То в таких нам нужно сделать еще две штуки. Вот эти вот рисунки, которые они сделаны из войлока. Вот этот войлок можно купить в листах. Вот это тоже то, что мне осталось. Вот она маленькой банке мы вырезали из войлока вот такое вот сердце. Мы насыпали уже сольчик, мы режем двухсторонний скотч. Примерно смотрим, сколько нам нужно.
вот еще один вид подсвечников. Видите, он красный. И здесь вот сделан в виде звезды. И вот эти палочки корицы вокруг поставлены. И завязан бант. Когда нагревается свечка, то палочки корицы очень приятный аромат создают в комнате. Помимо того, что вот у нас апельсины есть, гвоздика, то еще и палочки корицы. А это можно сделать вокруг баночки. На дно этой баночки мы поставим свечку. А лучше, конечно, не на дно поставить, а песок или на соль. Это лучше, чтобы сразу дно у нас... И точно так же мы ставим несколько палочек, одеваем резинку, чтобы удобнее было собирать. До свидания, друзья! До новых встреч, до новых идей и предложений! On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree.